Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 28 мая. В студии работает Андрей Тен, и так коротко о главных событиях. Не можешь – научим, не хочешь – заставим. По инициативе прокуратуры района имени Казыбек-Би Караганды в центре занятости провели ярмарку вакансий для должников по алиментам. Рабочие армейские будни, подъем и зарядка, учебные занятия, а также сдача нормативов. Два дня в таком ритме прожили 215 учеников Карагандинской средней школы номер 58, учащиеся кадетских классов. Шесть школьных команд борются за медали в первом открытом турнире на Кубок Акима Караганды по баскетболу. Главная цель соревнования – популяризация этого вида спорта. И теперь подробнее об этих и других событиях. В Казыкбекбийском районе около 5000 должников по алиментам. Более 1000 из них имеют задолженности свыше 1 миллиона тенге. В прокуратуре решили образумить злостных неплательщиков. В центре занятости населения для них была организована ярмарка вакансий. Специалисты центра решили помочь каждому с трудоустройством. Нет, не учился ни на кого, самоучка. Но вам предложили курсы? Ну, сейчас только документы заполняем, сейчас предложат. Вообще, услышали про эту акцию, сразу решили прийти? Ну, конечно. Юрий Паника хочет устроиться работать автослесарем. Мужчина заявляет, что пришел в центр занятости добровольно, чтобы найти работу и погасить долг по алиментам. У Юрия он давно перевалил за миллион. В этом году его дочке исполнилось 10 лет, а он ни разу не платил алименты. Подобных должников в прокуратуре называют злостными. Чтобы помочь им трудоустроиться, в центре занятости была организована ярмарка вакансий. Многие алиментщики не работают, вот, не могут тем самым оплатить данные алименты своему там, ребенку. И наша цель – его трудоустроить, чтобы у него был постоянный доход. И уже смог какую-то часть уже предоставить своему ребенку. По словам заместителя прокурора Казыбекбийского района, мужчин, уклоняющихся от оплаты алиментов, предостаточно. По одному, допустим, исполнительному производству может быть до миллиона, свыше миллиона суммы. То есть они годами не платят, иногда не платят именно умышленно, не устраиваются никуда работать, а суммы, соответственно, растут ежемесячно. Среди должников по алиментам нашлись и те, кто не бежит от ответственности за своего ребенка. Оплачивать алименты многим из них помешали различные обстоятельства. К примеру, Сергей Мельников исправно платил алименты, оплачивал обучение своей дочери в вузе. Однако после нескольких перенесенных операций Сергею пришлось уйти с работы. В центре занятости Сергею подыскали вакансию в охранном агентстве. Сергей считает, что забота о собственном чаде – это непреложный закон жизни. Это все-таки мой ребенок. Как с этим? Я даже если буду платить до 21 года, я и дальше буду помогать. Потому что это мой ребенок. Как с этим? А те, кто не платит, я думаю, поступают неправильно. С начала года в центр занятости населения обратилось около 6000 человек. Более 4000 из них успешно обустроились. Тохжан Лянова, Жаслан Мокулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном техническом университете обсудили проект «Новое гуманитарное знание» – 100 новых учебников на казахском языке. В ходе круглого стола участники ознакомились с новыми книгами. Среди них учебники по философии, психологии, социологии, политологии, менеджменту и другие. Эти новые учебники, они уникальны тем, что в соответствии с кредитной системой обучения любой студент может подать заявку на изучение курса, который для него интересен. И вот я считаю, что кафедра будет разрабатывать новые курсы, такие как философия средних веков, античная философия. Вот такие уникальные книги получили. И еще мы получили книгу «Антропология. Практика и теория». Студенты и преподаватели Карагандинского технического университета получили уникальную возможность изучить философию античного мира, средних веков, историю философии, социологии, религии на казахском языке в переводе с лучших, известных по всему миру учебников. Об этом говорили участники специального круглого стола. В ходе мероприятия были представлены первые экземпляры новых учебников. Всего 1485 книг по 17 наименованиям. Они были получены университетом
в числе первых среди вузов буквально несколько дней назад из Национального центра перевода. Уникальность этого проекта в том, что впервые студенты, обучающиеся на казахском языке, получили право изучать эти дисциплины по первоисточникам. Хочу отметить, что в этой партии книг мы получили такие уникальные книги, как «Античная философия», «Философия средних веков». Получили 25 лучших автор, такой как Реми Хесс, «Философия Таңдау Демебес Китабы». Это уникальные книги, которые до этого мы просто могли только мечтать. Работая над кандидатскими и докторскими диссертациями, в свое время мы испытывали затруднения с получением таких учебников. И сегодняшнее поколение молодых магистрантов, докторантов, значит, имеет такую возможность читать первоисточники. В работе круглого стола приняли участие профессора и доценты, заведующие профильными кафедрами, магистранты и студенты. Выступающие отметили, что издание новых учебников на казахском языке стало возможным благодаря инициативе главы государства. Студенты технического университета выражаем огромную благодарность главе нашего государства, то, что технари могут развиваться и в гуманитарном плане, и в техническом. Еще раз спасибо главе государства. Участники круглого стола обсудили краткое содержание некоторых учебников, еще раз отметив их уникальность. В заключении мероприятия было отмечено, что студенты казахстанских вузов получат новый качественный уровень подготовки, расширится доступ к достижениям мировой науки. Андрей Тенаман, Кужанов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы ответили на вопросы о программе «Рухани Жангыру» и получили призы. Преподаватели и студенты Карагандинского экономического университета организовали акцию под названием «Духовность – основа экологического воспитания». Мероприятие было организовано с целью реализации и популяризации программы «Рухани Жангыру». Студенты вуза проводили среди населения разъяснительную работу, раскрывали темы экологии и спецпроекта «Туған жер». Представители молодого поколения уверены, что пристального внимания граждан требуют вопросы экологии. По нашему мнению, экология является одной из важных в повседневной жизни, поскольку атмосферное, вообще, в принципе, загрязнение нашего города является очень активны. Поэтому мы бы хотели сегодня рассказать народу, как можно использовать, как необходимо очищать наш город от каких-либо загрязнений. Участники акции отвечали на вопросы о направлениях программы «Рухани Жангыру», ее основных целях и задачах, а также подпрограммах, таких как «Тарбия Жане Білім», «Атамекен», «Рухани Казна» и «Ахпарат Толқыны». Стоит отметить, что площадкой для проведения опроса стали соцсети. По словам организаторов акции, карагандинцы проявили активное участие и доказали, что знают программу «Рухани Жангыру» вдоль и поперек. В рамках проекта «Рухани Жангыру» В рамках проекта «Туған жер» мы проводили блиц-опрос в социальных сетях. Были выявлены победители. Было очень приятно осознавать, что карагандинцы очень активно откликнулись на данную акцию, на этот блиц-опрос. Сегодня мы будем награждать победителей данной акции. И сегодня в рамках популяризации данной программы «Рухани Жангыру» мы будем опрос проводить населения, насколько люди знают данную программу. В завершении организаторы вручили участникам акции памятные призы. Карагандинцы, ответившие правильно на большинство вопросов, были награждены грамотами от имени ректора Карагандинского экономического университета Еркарея Магамбетова. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В этом царстве жили король и королева. Росли у них 3 дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В Караганде завершился международный фестиваль-конкурс «Арман». В ходе конкурса талантливые дети старались удивить жюри яркими и запоминающимися номерами. Мероприятие было организовано с целью сбора средств для благотворительных целей. В народе Кина Рагаши исполнила ученица 3 класса 58-й школы Жанерке Екпен. Именно эта композиция принесла юной дамбриске диплом первой степени в международном благотворительном фестивале-конкурсе «Арман». Жанерке любит сцену, а потому мечтает стать певицей. Мне очень нравится играть на дамбре. На этом конкурсе я исполнила «Кюйнер Агаше». Мне нравится выступать на сцене. В будущем я хочу стать певицей, исполнять народные песни. Стоит отметить, что конкурс был организован Евразийским научно-практическим центром реабилитации РУХ. Организаторы убеждены, что лучшей терапией для особенных детей служит искусство. На протяжении многих лет данный центр проводит различные конкурсы, приобщая детей с повышенными потребностями к музыке. Центр реабилитации РУХ осуществляет одну из важнейших миссий. Они помогают детям реализовывать их мечты. Эту философию переняли и ученики музыкальных школ города. Выступая на сцене, юные таланты вдохновляют сотни других детей. Дети наши, выступая на сцене, они знают, для чего и для кого они выступают. Они не просто играют для себя. Дети очень хотят выступать. Дети очень хотят наслаждаться искусством. А сейчас эстетическое воспитание, оно на первом месте. И сегодня мы конкурс посвящаем. Конкурс «Арман» – это мечта. Это мечта всех детей. Следует отметить, что международный фестиваль-конкурс был приурочен к столетию со дня рождения заслуженной артистки Казахской ССР, балетмейстера Ипатовой Валентины Филипповны. Все вырученные средства будут использованы в благотворительных целях. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 40 новобранцев прибыли из Южного Казахстана для прохождения военной службы в спасательную войсковую часть 52-859 Национальной гвардии Республики Казахстан. Командование части уверено, что за год службы военнослужащие приобретут навыки настоящего воина-спасателя. Под бравурные звуки военного оркестра на территорию войсковой части 52-859 вступили новобранцы, призванные в Южном Казахстане. Всего из Шымкента прибыло 40 ребят. Среди них и Адильхан Ильясханов. Он заявил, что срочная военная служба для него – это первый шаг к карьере профессионального военного. Я прибыл в Южно-Казахстанский город. Учился в Шымкентской школе «Жаслон». С детства мечтал стать военным. С прибытием в войсковую часть новобранцев поздравил командир части полковник Серик Аяшев и председатель Совета солдатских матерей Мария Фатеева. А ваш полк, куда вы прибыли, это полк чрезвычайной ситуации. Вам дана будет святая миссия – научиться спасать жизни. В течение месяца молодое пополнение будет проходить курс начальной военной подготовки, где они изучат основы армейской службы, нормы и требования общевойсковых уставов, адаптируются к новым для них условиям и распорядку дня. Курсы завершатся принятием воинской присяги. На это подразделение Национальной гвардии возложены задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В течение года новобранцев будут обучать выполнению специальных задач по спасению и оказанию помощи пострадавшему населению. Командование части уверено, что за год службы военнослужащие приобретут навыки настоящего воина-спасателя. Андрей Тен, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники, учащиеся кадетских классов средней школы номер 58, на себе испытали все тяготы военной службы. Более 200 мальчишек в возрасте от 12 до 14 лет приняли участие в двухдневных военно-полевых сборах на базе войсковой части 52-859 Национальной гвардии. Рабочие армейские будни, подъем и зарядка, учебные занятия, а также сдача нормативов. Два дня в таком ритме прожили 215 учеников Карагандинской средней школы номер 58, учащиеся кадетских классов. Главная цель таких сборов – повышение интереса и первоначальная подготовка подростков к службе в армии. Эти сборы являются специальной формой итогового зачета по военно-спортивным дисциплинам.
слушайтесь команды командиров, понимайте и принимайте участие в жизни друг друга. Будьте внимательны друг к другу, соблюдайте правила техники безопасности, все инструкции. Проживите эти два дня полной жизнью. И я думаю, что завтра мы с вами будем здесь чествовать лучших, но в любом случае победит ваша дружба. Успехов вам, удачи и плодотворной работы. Третий год подряд кадеты 58-й школы принимают участие в военно-полевых сборах. И третий год подряд площадку для проведения сборов предоставляет региональное командование Орталык. И это не только военные палатки, но и питание в солдатской столовой. И уроки, проведенные офицерами войсковой части. Конечно, это, значит, для них может быть, значит, игра, но они, значит, в игровой форме приобретают навыки, необходимые для воинской службы в будущем. Вот. Учатся дисциплине, вот, организованности. Вот. Ну и, конечно, в обстановке состязательности они приобретают необходимые знания, вот, навыки военного дела. Каждый из этих мальчишек поступил в кадетский класс осознанно. Кто-то потому, что сегодня модно, кто-то за компанию, а кто-то готовит себя к дальнейшей военной карьере. Да, мне очень нравится, потому что я хочу до конца получить звание, получить, ну, не знаю, образование, что ли. В армию пойти хочу, в Суворовское училище хочу пойти. Вот. Почему именно военное? Ну, не знаю, у меня просто отец служил, и мне от него, что ли, наверное, это все нравится. Патриотическое воспитание молодежи – это действительно общее дело, заявляют педагоги и военные. Задача военно-патриотического воспитания молодежи состоит в том, чтобы сохранить вековые традиции и нравственные ценности, любовь к отечеству, уважение к труду, национальную и религиозную терпимость, справедливость, готовность к защите Родины. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. 6 школьных команд принимают участие в открытом кубке Акима Караганды по баскетболу. Турнир посвящен 20-летию Астаны. В соревнованиях принимают участие команды Караганды, Абая, Балхаша, Шахтинска, Осакаровского района, а также из Алматы. Матчи проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Геннадия Головкина. Пропаганда здорового образа жизни, дальнейшее развитие массовых видов спорта, а также популяризация баскетбола и повышение спортивного мастерства юных спортсменов. Таковы основные цели и задачи открытого первенства на Кубок Акима Караганды. Всего в соревновании принимает участие 6 команд, представляющих города и районы Карагандинской области, а также одна команда из южной столицы. Баскетбол не зря называют одним из самых демократичных видов спорта. Площадка, кольцо и мяч – вот и все, что нужно. Баскетбольные кольца есть практически в каждом дворе. Именно поэтому знакомство с баскетболом у каждого игрока начинается с улицы. Моя игра началась с улицы. Я как-то просто взял футбольный мяч и начал кидать его в кольцо. Мне это очень понравилось. Я заинтересовался, нашел в интернете правила. И так я и начал играть. Организаторы отмечают, что подобный турнир в Караганде проводится впервые. Данное мероприятие у нас проводится впервые. Участвуют города Шахтинск, Алма-Ата, Осакаровский район и Балхаш. Также от Караганды участвуют у нас две команды. Соревнования проводятся среди юношей 2006 года рождения. Соревнования будут проводиться у нас в течение 5 дней. Победители соревнований будут награждаться кубками отдела физической культуры и спорта города Караганды, также ценными призами. Призеры также будут награждаться медалями, грамотами от отдела физической культуры и спорта города Караганды. Соревнования продлятся до 30 мая, тогда и станут известны имена победителей. Этим турниром организаторы также надеются привлечь еще большее количество детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения. 29 мая во всех поликлиниках Караганды и Карагандинской области пройдут дни открытых дверей. Во время мероприятия будут работать узкие специалисты детского профиля. Врачи будут вести прием без записи с 9 до 12 часов. Дни открытых дверей проводятся в преддверии 1 июня – Дня защиты детей в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык».
Основная цель мероприятия – оздоровление населения путем содействия здоровому образу жизни, укреплению здоровья и развитию потенциала здорового населения. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания.